Добрый день. Приехали к Геннадию Забайдулину, поселок Кураховка. Геннадий себя на новом доме сделал голубятню новую. Сейчас будет показывать нам первый голубят, которых он привез. Сейчас открывать не будем, только вчера завезли. Дня через два будем начинать потихонечку. Тренировать, да? Тренировать. Молодец. Сейчас покажу первых. Где что завезли. Ну да, дожди не дают людям сейчас планы, как говорится, свои осуществлять. Так водички надо бы снюхать. Да нет, Саня, смеется, закрыть вас. Так, ешь беленьких своих. Первый выводок. Смотреть, Валерий, да так вот. Ничего, начало ж надо, правильно ж? Ну да, какие да. Будут голубята потом летать. Какие? Лишь бы были погоды. А тут будет, тут надо как бы наверху, я думаю. Сейчас дня 2-3 и начнем. Это еще пара беленьких, да? Ну да, одно плюхенькое. Под разные голуби. Толком вольера. Ну, понятно, что если их только перевезли. А с каких голубятин вы планируете, Генрих, сюда еще к тебе пригласить? Да еще никто не знает. Ну, твои будут, что-то еще ж будут? Да посмотрим, как оно дальше пойдет. Понятно. Красненькие. Такие. Ну, сейчас будем. Будь вверху на них смотреть. Что на них так смотреть? Ну да. Тоже. Красненько, видишь, я чуть брачок с тамочками. Ну видишь, где? А что ты сделаешь, да? Видишь, прокидывают, что. Это с под разные голуби. Да, да. Сейчас подсохнет все. А ну и сырости. Подожди, сколько еще. Вот еще. Две недели. Краснорябенькая, да? Угу. А с под той пары старых краснорябых, это не из-под них голубят это? Да, да. Ну, под краснобоки. Да, краснобоки. Да. Ну, еще два растут краснобокники. Надо еще привезти будет. Ну, думаю, этих чуть-чуть еще понял. Это под желтое, да? Это под желтое, что мы надеялся, что, блядь. Будет желтенький. Это второй, да? Не. Да с подругой, да? Это летунчики будут. Да. Да с подругой. Пары рыжие, да? Да, все рыжие. Это под Саней близна, да, та пара? Нет. Не? Другие. Это уже посыпалось уже, блин. Такие детки. Куда сивеньких? Не привозили еще. Еще сивых не привозил, да? Нет. Теперь вроде сивых много. Сколько ты старых пар сивых? Пять пар? Под красный и белый. Ну, интересная голубятка такое. Это под лысого, под того жучонка. А, черного, я понял. А с кем ты его споровал? С Севокрымской, с лысой. С севастой лысой. Такое мышастое, да? Ну, крымак будет. Ну, поясы, пояса какие интересные. Ну, а это такое. Пару старых.
чтобы не скучно было молодежи, лучше привыкать было. И старый. Красный. Ну, так порованный, да? Ну, да, порованный. Думаю, может завтра еще сивых завезу. Сиватки с сивой там повыходили тоже. Пошел. Да, да, хвосты поломаны. Старый. А, ну я понял, легенькая это. Да, что летает постоянно. Это крымок. Это Чичикова. А вот это же он тебе передал? Не передал, сейчас покажу рычаг. Я думаю, хочу красный поровать. А, да, что он говорил, по рыбалиному, да? Да, да, да. Вот на багаже. Рябогорный. А сколько ему лет? Сколько он? 3-2? Вот он показывал, когда мы приезжали, да, к нему. Я ему то, что подкашивал. А тут крайне маха вынимал. Поломанный. Жулик такой, жулик. А, крылок. Ну да, тянешь. Интересно такое. На первый вообще. Ну тогда же хочу с красной, то есть порвать. Попробовали алуга. Попробуй, да, Саня говорит, должно что-то получиться. Ну так что, сейчас дня два, а потом будем уже гонять. Что их в вольере смотреть, это так вот. Ну, количество посмотреть, все нам можно увидеть. Это ж вы уже гоняете полным ходом. Ну да. А тут то стройки, то вы голубятка. Вчера сами. Бамбукой пошли. Да ничего, что. Вот ладно. Ладно. Посмотрим. Будем, да, приглашать вас. Будете, да. Научим. На крышу залетать будет. Тогда будет интереснее. Ну да, интереснее. Ну все, а всем до свидания. Смотрите, будем, да, показывать что-то.